В семье полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. В этом году в рамках программы «Нурлыжол» реконструкции подвергнутся сразу 4 котельные и 2 теплопункта. В порядок приведут и магистральные сети. На эти цели выделено свыше 1 миллиарда тенге. На одном из теплоисточников уже заменили 3 котла и установили новую турбину. Она позволит вырабатывать собственную электроэнергию. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель акима региона Дмитрий Гариков. Однако во время встречи чиновники выразили беспокойство из-за финансового состояния госпредприятия «Теплокоммунэнерго». Оно завязло в долгах. Исправить ситуацию, считают специалисты, поможет лишь повышение тарифов. В текущем году продолжается мероприятие по техническому перевооружению в рамках программы «Нурлыжол». Выделено 1,8 миллиардов тенге, как я сказал, на реконструкцию объектов теплоснабжения правой ближней части города. На эти деньги будут отреконструированы, начнется реконструкция в этом году котельной 35-й квартал, котельной «Заветный институт», котельной «МЭН», котельной «Дорожник». Будут отремонтированы центральные тепловые пункты 506 и 501 и будут реконструированы тепловые сети магистральные.